Жители Люберец смогут увидеть фейерверки с 8 площадок вместо запланированных 6, сообщает портал РИАМа в Люберцах. 2 дополнительных места для праздничного салюта выделили в парке культуры и отдыха, а также в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» в Малаховке. Одна из точек будет находиться на центральной площади перед зданием администрации на Октябрьском проспекте, вторая в парке культуры и отдыха на Ташинские пруды. Остальные 6 площадок будут располагаться в поселениях. На улице Гоголя у дома 48 в Томилине, на набережной Красковского карьера, у 59-й школы в деревне Марусино, на стадионе Балядина в поселении Октябрьский, а также в Малаховке. Начало салюта в 21:00. Напомним, что кроме праздничного салюта, в этот день жителей города ожидает масса интересных мероприятий, концертов, а также спортивных соревнований и выставок. Луиза Егазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.